Insectafood находится в городе Бишкеке, в столице Кыргызстана, одном из центров шелкового пути. Несмотря на резко континентальный климат Центральной Азии, мы смогли создать высокий уровень условий для выращивания миллионов мух черных львинок. На сегодняшний день наша компания является лидером в Центральной Азии по переработке пищевых отходов, органических отходов сельского хозяйства с помощью личинок мух черной львинки. Мы производим высококачественный протеин и щитин, который полезен для быстрого роста животных организмов. Наша методика производства корма для рыб основана на экологически чистых, природных, натуральных ингредиентах.